чтобы адаптироваться к изменениям на рынке, эффективно реагировать на запросы бизнеса и преодолевать вызовы, стоящие перед национальной экономикой, компании переходят к гибким системам управления, способным обеспечить быстрый запуск проектов, их окупаемость и прибыльность. Эти задачи актуальны и для коммерческих предприятий, и для государственных. На программе многопрофильного бакалавриата управления проектами мы готовим проектных менеджеров, отлично понимающих запросы частного бизнеса и специфику управления государственными проектами и программами. Многопрофильный бакалавриат управления проектами сочетает в себе экспертизу рыночных технологий Института отраслевого менеджмента и опыт управления государственными проектами и программами Института государственной службы и управления РАНХИКС. Выбирайте, что вам ближе не придется. Первые 2 года вы изучите особенности разных организаций, а после 2-го курса сделаете окончательный выбор и глубоко проработаете одно из направлений – управление проектами в бизнесе или управление государственными проектами и программами. Обучение идет от простого к сложному. На 1-м и 2-м курсах студент изучает основы проектного управления и учится грамотно выстраивать процессы. На 3-м и 4-м курсе осваивают правовые, экономические и финансовые аспекты управления проектами, вырабатывают практические навыки. Для эффективного управления проектами и достижения целевых показателей необходимо использовать психологические инструменты работы с командой. Поэтому в новую программу мы добавили блок дисциплин по психологии. На примере реальных кейсов компаний и организаций-партнеров наши студенты учатся ставить и декомпозировать цели проекта, подбирать команду для их успешной реализации, использовать различные методологии управления и учитывать риски, сроки и бюджет. Мы готовим специалистов международного уровня, и поэтому особое внимание уделили языковой подготовке. С 1-го по 3-й курс изучению английского языка студенты посвящают 8 часов в неделю. Также у ребят есть возможность изучать 2-й иностранный язык на выбор – немецкий, французский, испанский, китайский, арабский. Партнеры института заинтересованы в том, чтобы воспитать и обучить своих будущих сотрудников. Занятия проходят в тесном сотрудничестве с министерствами и профильными ведомствами, среди которых Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство энергетики, Министерство сельского хозяйства, Аналитический центр при правительстве Российской Федерации и другие. Среди экспертов программы бизнес-практики из таких организаций, как Сбер, International Project Management Association, Ассоциация управления проектами Совнет, группа компаний «Проектная практика», а также предприниматели, управляющие и уникальные специалисты по разным направлениям. Знания и навыки, полученные во время обучения на нашей программе, позволят вам реализовывать себя в качестве проектного менеджера как в госсекторе, так и в бизнесе. Ждем вас на программе многопрофильного бакалавриата управления проектами.